На протяжении практически всего лета проезд по улице Отдельской между Красной и Ленина был закрыт. Водителям этот участок дороги приходилось объезжать. К концу этой недели движение по улице Отдельской будет восстановлено. Там завершается ремонт дорожного полотна. Ремонт этого участка дороги затянулся столь на длительный срок из-за реконструкции теплотрассы, которая, как оказалось, была повреждена в нескольких местах. Процесс по замене труб занял немало времени. Нужно было закупить дорогостоящие материалы, вскрыть асфальт, заменить поврежденные участки теплотрассы, а также восстановить дорожное покрытие. Сейчас дорожные работы подходят к завершению. К дню района и города движение по Отдельской будет восстановлено.